Вот прибайкальские дайверы готовы показать, насколько сильно загрязнено дно Байкала. Специалисты 12 дней исследовали озеро, а главной целью поиска их стали рыболовные сети. Теперь нашим землякам предстоит создать карту, на которой будут изображены наиболее проблемные донные участки жемчужины Сибири. В ходе экспедиции дайверы по воде прошли путь от Листвянки до залива Провал и обратно. Выполнив несколько погружений, подняли десятки метров рыболовных сетей. В них были обнаружены рачки, которые, по сути, являются санитарами, фильтрами озера. Также исследователи выяснили, что уровень загрязнения везде разный. И, разумеется, больше всего сетей лежит в местах, где чаще всего можно встретить рыбаков. Как раз эти локации будут размещены на специальной карте. Ее планируют подготовить к сентябрю текущего года.